Одразу две аварии с уделом пешеходов отбылись минулой ночью на дорогах Минской области. Об обоих выпадках люди рухались уздовж трасс без фликеров. У Минском районе каля полночи водитель Шкоды сбил мужчину, який до отриманных травмов загинул на месте. А у Пуховицком районе водитель Опеля не зауважил жанчину. От удару она трапила на сустречную полосу под колы іншого автомобиля. Потерпелая с травмами шпитализована. У совязи с несприяльными умовами на дворе, да и попереджвая водителя быть больше уважливыми на дорогах, синоптики на выходные прогнозуют снег, мокрый снег и гололедицу. Ночью в особных районах в области махчимый туман.